Компания «Рыбак Камчатки» только 3 дня в Сочи. Целая кладовая полезных элементов представлена на выставке «Экспофуд» с 5 по 7 апреля в гранд-отеле «Жемчужина». Здесь 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. Настоящая красная икра, содержащая комплекс витаминов и аминокислот, так необходимых организму. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Кижуч мы брали. Семейство лососевых. Да, лососевых в основном. Так. И икру тоже их смотрела. Чавычу очень любим. На выставку каждый раз прихожу, да, покупаем. Все очень вкусное, свежее. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А. Купить деликатесы можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на открывшейся сегодня выставке «Экспофуд» в гранд-отеле «Жемчужина» до 7 апреля.